Ведущая проектов по саморазвитию Анастасия Ярош всегда мечтала о собственном деле. На базе школы бизнеса «Тайм-клуба» она закончила школу для предпринимателей, грамотно оформила свою идею на бумаге и даже составила бизнес-план. Сегодня ее мечта – зарабатывать на любимом хобби. Хочу открыть аромапространство, где будут проходить мастер-классы по ароматерапии, где люди могут познакомиться, что такое здоровый образ жизни, натуральная косметика, что такое развитие, найти себя, познать какие-то новые грани своей личности. К реализации идеи девушка подходит основательно, ведь мало запустить проект, важно его совершенствовать. Общение с партнерами – один из ключевых моментов ведения своего дела. Поэтому Анастасия учится у лучших. В дискуссионном клубе переговорам посвящена многочасовая встреча. Эксперт Олег Ефремов – бизнесмен с многолетним опытом. Есть определенные инструменты, есть определенные навыки, которые помогут, если люди правильно их будут применять, они помогут им эти переговоры проводить успешно. Соответственно, если ты успешно проводишь переговоры, ты успешно развиваешь свой бизнес. Маркетинг, продажи, каждая дискуссия – отдельная тема. За 3 года существования клуб вдохновил не один десяток человек на создание своего дела. Кто-то мечтает об открытии лавки специй, кто-то о салоне красоты. Психолог Марина Селивончик об уникальном для Беларуси стартапе. Школа юниор для подростков, то есть это будет для развития предпринимательских навыков у подростков. Мы берем некую подростковую идею с нуля и раскручиваем ее до реального проекта. И то есть тем самым мы смотрим, в ком из подростков есть предпринимательская жилка. Встречи для будущих предпринимателей проходят каждый последний вторник месяца. Здесь же работает проект «Включи себя», образовательные встречи в формате «Личный опыт», распланированные экспертные дни и даже бизнес-интенсив. На протяжении 4 дней, полных рабочих дней, 8-часовых, каждый человек, у которого есть уже конкретная идея для бизнеса, может прийти и подготовить такой черновик бизнес-плана. А после эти бизнес-планы, они презентуются, есть эксперты, есть потенциальные инвесторы, представители банков, бизнес-инкубаторов, которые уже либо поддерживают, либо рекомендуют предпринимателям, куда обратиться для запуска вот этих новых бизнесов. В ноябре планируется провести локальный бизнес-форум. На него будут приглашены предприниматели, которые прошли обучение и уже готовы к запуску своего дела. Анастасия Ярош к тому времени планирует быть уже в качестве эксперта. На это и нацелена масштабная программа. В будущем проект станет фундаментом для развития бизнес-сообщества города. Ангелина Дикун, Владимир Гребеневич, Бобруйск 360.